Здорово, народ! Я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Евгений. Это канал Родионов Гейм. Канал о играх и о прохождении игр. Всех приветствую! Мы продолжаем с вами играть в такую замечательную игру, как Days Gone или Жизнь после. В прошлой серии мы перебрались через перевал. Нашли нашу, наконец-то нашли мы жену свою нашли. Но Накс скотина нас не признает почему-то. Какая-то у нее в голову вбита мысль для спасения всех вокруг и всего живого, не знаю. Какое такое? Ну что мы, продолжаем, погнали. Все, полковника. Пойдем. 122, 3 метра. Ну давай, наверх. Наверх, надо гнать. Дай поспать. А у меня что с пульками? Надо было сначала накупить. Подожди-ка, пойдем, наверное, купим. Оружие. Так, это что, это сдать фриков можно, привет, да? Привет, капрал. Здорово. Слушай, я тут новенький. Меня зовут Дикон Сент-Джон. Приятно познакомиться. Я Элла Салазар. Зови меня просто Сал. Так это сюда надо таскать уши? Угу, именно сюда. Если у тебя есть уши фриков, приноси их мне. Понял. Ну ладно. Ясно. Пока, Салазар. Так, эй, уже... тебе сюда нельзя! Эй, ты! Я тебя тут раньше не видал. Я Джейкоб Д'Анджело. Все зовут меня просто Ди. Смотри, Сент-Джон, Дикон. Оружие это какие-то. Ты тут, значит, заведуешь стволами? Точно, дружище. Нужны пушки? У меня есть. Если у меня нет, значит, их вообще нет, понимаешь? Ага. Буду максимум, иметь в виду. Да? У меня все максимум. По максимуму. А, это что, все закрыто? Чувак, ну что-то же найдется. Да, конечно, блин, ни хера у тебя нету. Так, а что там? А, здесь байк можно отремонтировать. Ага. Механик. Новенький? Да, это полубак ремонт. Калеб Томлинсон. Дикон Сент-Джон. Да, я только приехал. О, классно. Слушай, если тебе что-то надо для байка, заходи ко мне. Между нами Лукас, ну, тот канадец у Diamond Lake, обдерет тебя как липку. Ага, буду иметь в виду. Хорошо, ладно. Хорошо. Так. Капрал. Капрал немножко что-то украл. Ладно. Блять, куда мне там идти? Наверх куда-то. Да что ли? Нет. Ну да, наверное, сюда. Фонарик. Блин, сейчас буду шариться в этих катакомбах. Или нет? Нет. Там скорее не туда. Куда я иду-то? О, нихера себе, красная комната. Это библиотека. Посмотри-ка, сколько книжек здесь, да? Смотри. Ну да, библиотека. Что-то устал, Дик. Неплохо ты, посмотри, они тут устроились-то, да? Круглого стола не хватает. Это Орегон. Ладно. Короче, мы в пещере, но нам 78, 77. Он, короче, не в пещере, он где-то наверху, я так понял. метров. А здесь что? О, ничего себе, выращивают еду, смотри-ка. Вообще нормально, смотри, как устроить круто, а. В пещере самой, да, здоровой. Да. Смотри, сколько, хорош. Отлично. Ну ладно, надо валить. Надо отсюда как-то выйти, я не могу как отсюда выйти. Запасил всякое, это что такое? Чья-то... комната, наверное. Да? Генератор. Точно генератор стоит здесь. Во, еле нашел. Так, погоди, а как мне подняться наверх-то? Да? Давай здесь посмотрим. Короче, наверх нужно. Куда? Так, винтовка есть, пистолет у меня есть. Как все есть. Ну, только и...
Надо было сесть на мотоцикл уже и поехать наверх. Что-то не понял, куда он тут делся. 9 метров. Что ты там делаешь? Wizard Island лагерь, да, называется. Ну, блин, точно надо было сесть на байк и поехать. Да. Иди, он бежать не мог, он устал. Заходить. Он уже устал. Да вы чё? Да что такая за длинная? Блин, еле дошел. Наверху еще, да? Палаточный лагерь. Смотри-ка, чё они. Здесь 8 метров. Вот он, полковник. Капрал Сент-Джон, верно? Да, сэр. Входи. А я вот тут пью чай травяной. Спасибо лейтенанту Уитекер. Хочешь попробовать? Улучшает пищеварение. Нет, сэр, спасибо. Я просто искал график дежурств. У меня для тебя работа. Эти люди, хотя разве это люди, забрали нашего человека, лейтенанта Джустину Норвуд, офицера. Она у них, так что... Да, я спасу ее, сэр. Такие люди, как ты, помогут нам спасти мир. Ты свободен. Понятно. Все то же самое. Спасаем людей. И так далее. Так, хороший солдат. Ладно, воин иск... А, навыки. Навыки. 3 очков навыка, да? Так, разводной ключ. Удвоение эффективности лома при... Байка. Второе дыхание. Это, наверное... Да. Так, у нас... Стрельба. Да. Арбалеты мне не нужны. Да? Вот эту насквозь пробивная, да, какая-то там. И... Угу. Камни бросаем, да, еще дофига. Да, стремительную атаку, в принципе, неплохо. Пробел быстро, как мы вступим. Класс навыка 5 доступно. Ясно. И что вы мне сейчас предлагаете, спускаться вниз пешком? Да. Так, а что у нас? Да. Это что у нас? Эти крафты, а это что? Трея надежда. Так. Баги. Дэймон Лейк является засадой. А я где? Я здесь. А, да-да-да, выжженное поле там, я помню. А здесь что? Слабо. Трея надежда. Короче, нам сюда надо спасти вот эту... Толку. Я наверх не могу поднять. Куда, если перелететь, не? Так, ладно. Пошли за байком. Надо его заправить, наверное. А я разве вот здесь его оставлял? Я вроде не здесь его оставлял. О, пробежал мимо. Понял. А, вот он. Он заправлен у меня? Да, заправлен.
Так. Быстрого перехода, да? Мы скатаемся, наверное. Да, наверное. Капрал, да, я капрал. Так, а что, открывай ворота. А что, я две точки поставил, что? Отлично. Погоди-ка. Ладно, поехали по этой. Они одинаковые. Что там, что туда, одинаково ехать. Все равно нам. Сен-Джон! Капрал Сен-Джон! Как меня слышно? Эй, эта херь вообще работает? Не пашет. Тейлор, пашет твоя рация. Что такое? Дикон Сен-Джон! Это самое я. Я так просто решил проведать, как ты там. Я же тебя не видел в самой присяге. Вот это был цирк, скажи. Тейлор, знаешь, я занят. Что? Что за хрень они тебе там поручили? Меня тут типа в пехоту упекли. Ходим целыми днями, жжем гнезда, рубим деревья, бревна таскаем. Извини, чем ты говоришь занят? Исследовательский проект. Меня посылают водища со сырьем для... Да, короче. О, черт, я об этом слышал. Да, они делают оружие. Биологическое, химическое, чтобы всех фриков спалить, так? Так, все, мне пора. Ладно, слушай, тут такое дело. Я просто не уверен, что правильно сделал, вступив в эту армию, понимаешь? Тейлор, что у тебя за рация? Тебя точно не прослушивают? О, черт! Так. Я так и думал. Ладно, все, конец связи. Наш байк заправим. Эй, Лукас, да? Ты откуда? Не могу узнать по акценту. Так слышно, да? Ну, родом я из Канады. Я был здесь в отпуске с семьей. Мы тут лагерь разбили к западу от Крейтер Лейк. Жена и дети. Мальчикам должно было исполниться 8 и 9. О, Канада, да, далековато ты от дома. Ха-ха, не говори. Я преподавал. Ремонт двигателей в Калгари, в политехническом. Бывал там? Да нет. А, бывал. А, капрал Сент-Джон. Что ж, удачи тебе. Капрал, вот он ты где. Чем могу помочь? Сержант? Да, капрал, прием. У меня есть дело, требующее уникальных способностей. Конечно, да, сэр. Помнишь Васкиса? Того, что в самоволку ушел, мы проследили за ним до лагеря лесорубов, помню. Этот человек, сержант Ли Андерсон, был его напарником. Его почти задержали, но он убил охранника и сбежал. Неплохие понятия о чести у ваших людей. У наших? Ты сам из наших, между прочим. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Кстати, как и Васкис, он был не один. Класс. Понятно. Отметил на карте, да? И где же ты его там отметил? А, вот туда, да? Трофейная охота, эти Зиандерс. Ладно, спасем, сейчас пойдем вот это вот. Потом, что-то я не туда нажал. Так, вот байк мой идет. Куда стоит? А, капрал Сент-Джон. Да, это привет. Я. Спасем эту девчонку, потом поедем... Иду к воротам. Да. По катушке на байке, да? Капрал Дикон Сент-Джон. Как меня слышно? Эй! Тейлор, что тебе нужно? Ага, ты на связи. Короче, я вдуплил, так этой штукой пользоваться. Теперь у меня защищенный канал и все такое. Как дела, чувак? Тейлор, я сейчас занят, так что... Да. Извини. В общем, прошел слух, что кто-то провозит наркотики в лагерь прямо под носом у полковника. И наркоты хорошие. Что-нибудь об этом знаешь?
я не употребляю, так что нет, я вообще не в курсе. А что? Не-не-не, я тоже нет, просто тут этот парень. Вызывай лейтенанта Уивера, я у шахты. Хорошо, теперь осмотрись. В рапорте говорилось, там есть наборы для тестирования руды. Возьми один. Набор для тестирования, понял. Киноварь красноватая, но не яркая. У нее тусклый блеск, мимо не пройдешь. Проведи тест. Нужно, чтобы содержание в руде было не меньше 60%. Хорошо, понял. Себе ты. Набор для тестирования руды. И где мне тут искать этот набор? Да фиг его знает. Может, в одной из этих лачуг? Ну, скорее всего. Ха, тут ничего нет. Отлично, у нас есть что. Всегда пригодится. Набор. Вот он, набор, не? Тестирование руды. Там какой-то набор я видел. Почему я его взять не смог-то? Не знаю, не пойму. Можно что-нибудь смастерить? Можно, не спорю. Патроны максимально. Здесь одни патронки, да? Ага. Ну вот, набор для тестирования руды. Ура! А нафига тебе это надо? Войти в шахту? Давай в шахту сходим, посмотрим. Так, ты сюда не прилезешь, да? Нет, или можно? Почему так все сложно? Вокруг надо обходить все везде. А где шахта-то? Это шахта, что ли? Да. А вот это интересно. Шахта Lost Cabin, какая-то. Давай. Взяли машины, закрыли. Вот. От фриков, наверное. Фонарик включай, дико фонарик. Так, так, что мелькает? Завязывай. Ладно, что он там сказал? Красная руда, тусклый блеск. Киноварь, есть. Посмотрим, насколько она чистая. Так, хорошо. Куда упасть? Где спасти-то девчонка, чуть не пойму. Хочу с полшахты оставлять за порогом. Просмотреть сюжетные линии. Че, дайте. Не-не-не, его надо сюда идти, надо. Я понимаю, так надо, скорее всего, сюда, 18 метров, 19, да-да-да. Назад, назад, дик, назад. Давай, запауза. Это что, мне вниз прыгать, что ли? Я так понимаю. Блять, он тут разобьется, наверное. А нет. Рики, сука. Точно в цели. Точно. Ёбушки ворож. Сука. Давай, давай. Орёшь. Это последний. Последний. Ты куда встал, блин? Давай. Еще трофей. Посмотрим, что там с насосом. Горючки. Дайте угадаю. Нет топлива. Ну, разумеется. Нет горючки. Ищем горючку. Ну да. Нет горючки. А, вот горючка. Канистра. Отличненько. Отличненько.
То, что доктор прописал. Хорошо. Опа-опа, завелся, да? Зеленый свет. Зеленый — это хорошо. Это всегда хорошо. Да, нормально. Вода сходит. Надо собрать руду и свалить отсюда побыстрее. Так, погоди, 25 метров. А что, я там не собрал, что ли? Где ты, брат, ты? Здесь. Киноварь, давай, давай. А то что-то я обошел куда-то не туда. Давай, руда, посмотрим, насколько ты чистая. Давай. Вот, годится. Мне нужна еще руда. Это что такое? А, еще руда что-то? Так, хорошо. Теперь надо потестировать. О, еще немного. Блять, эти, сука, фрики здесь. Вот так. Так, бутылочка для зажигательной смеси. А, и вот тут, да? Ну, давай, давай. Нам еще в одну точку сбегать надо. Посмотрим, насколько она чистая. Ага, в самый раз. Ну, еще один-два куска и все. Так, погоди, где... Это здесь, да, еще? Два куска. Это такое. О, колыбабай. Что они тут делали? Где? 20 метров. И куда мне? Где 20 метров? Это здесь, что ли? Фрики вон себе бегают что-то. Я не пойму. Здесь, что ли? Нет. Ну вот, киноварь. Посмотрим. Да, пойдет. Нужен еще один. Я понял, а где здесь мне найти? В этой комнате. Вот он. Нет? Так я ж тут забрал вроде бы. Или нет? Я же вроде бы здесь забрал. Или мне кажется, что я тут забрал, или мне... Нет. И вот тут еще. Вот тут-то? Ну, давай. Ну, ладно. Ладно, проведем тест. Отличненько, да? Кинуть шахту. Шахта лифта дает... Куда она ведет? Есть только один способ узнать. Так, проверить. Куда? Он там же этот. Мы же к домику подходили сверху. Где мотоцикл? Что это там? Еще один тоннель. Походу, им уже давно не пользовались. Сюда я еще не забирался. Лейтенант Уивер, говорит Сент-Джон. Все, я добыл киноварь.
Сент-Джон? Хорошо, хорошо. Я почти готов. Подожди секунду. Чем могу помочь? У меня кончился изопропиловый спирт. У меня в палатке припасена бутылка водки. Загляните вечерком. Ты когда-нибудь уймешься? Ну что вы как недотрога? Иди нахер. Сент-Джон. Так, куда нам нужно? Сюда. Потом вернуться сюда. Да. Прости, я отвлекли. В общем, да, завези Кинова при первой возможности. Мне от тебя еще кое-что будет нужно. Конец связи. Завезу, завезу. Давай, Диконя, давай. Поехали спасать, спасать, поехали. Кого-то. Не знаю, кого, правда. А бензина у меня полбака? Ой, бля. Мишка, блядь. Я его... Он за мной бежит. Он бежит за мной. Капрал Дикон Сент-Джон. Ребят, сейчас. Эй. Тейлор, что тебе нужно? Ага, ты на связи. Короче, я вдуплил так этой штукой пользоваться. Теперь у меня защищенный канал и все такое. Как дела, чувак? Тейлор, я сейчас занят, так что... Да, 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 извини, извини. В общем, тут прошел слух, что кто-то провозит наркотики в лагерь прямо под носом у полковника. Черт, только не сейчас! Суки, блядь. Да, 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 извини, извини. В общем, тут прошел слух, что кто-то провозит наркотики в лагерь прямо под носом у полковника. И наркотики хорошие. Что-нибудь об этом знаешь? Я не употребляю, так что нет. Я вообще не в курсе, а что? Не-не-не-не-не, я тоже нет. Просто тут этот парень, один из новобранцев, подозрительно себя ведет. Постоянно выезжает куда-то, приезжает. Я подумал, прослежу-ка я за ним. Ну и чё? Занимается. Еще не хватало. Просто скажи Коури, он сам разберется. Ты понял? Да, 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 да. Ты прав, ты прав, ты прав. Ладно, мистер Сент-Джон, поговорим потом. Капитан Коури, я там, где в последний раз видели сержанта Андерсона. Если на нем наша мэр. Ладно, Андерсон, давай сразу к делу. Он точно где-то здесь. Да где же он? Погоди, что тут я надыбал? Что это такое? Интересно. Да. А, это топор возьмем. Ну-ка. Оп, что тут у нас? Волчара. О, черт, волки. Опять? Прибежал отсюда, ух ты. Пополам перегрызли кого-то. Так, вот следы я вижу. Тело тащил туда, да? Так, аптечка-максималка. Посмотрим поближе. Это бай какой-то. Лом везде пойдет. Господи, это не что Андерсона тащат? И как мне теперь забрать свой трофей? Тихо, тихо, здесь никого. Блять, одни трупы везде. Раздорванные нахер. Вот они следы. Куда-то наверх утащили, что ли. Так возьмем кондук. Не вот это, да. Патронов у меня там пера, блять. Это кто, не Андерсон? Лавовая пещера Дед Койоти. И вовсе намады. О, блядь. Давно тут засели, а? Нападаете на мирных людей, которые ходят за припасами. Маячок Неро. И где он? Ебать. Надо найти другой вход в пещеру. Это радио «Свободный Орегон». О, правда освобождает.
Федералы присосались к нам, налогоплательщикам, как телята к вымени. Но при всей их тупости недооценивать их нельзя. Знаете, главные шишки прячутся сейчас по бункерам и ждут, когда вымрут фрики. Они не спасали бедных и голодных или своих драгоценных избирателей, не выполняли свои прямые обязанности. Они спасали элиту, тех, кто правит бал. Они отсиживаются под землей, пьют шампанское и ждут. Другие дни в муках, чтобы генералы могли начать все заново после перезагрузки. Очень одного. Мы не так глупы, как им кажется. И когда фрики исчезнут, а власти придут вернуть себе мир, мы будем их ждать. О, да, мы будем ждать. И они пожалеют, что вылезли из своих нор. С вами Марк Копланд. Так, это Радио Свобода Орегон. Так. Не верьте лжи. И достал Копланд. Ну уж нет. Я не буду слушать этот бред. Действительно. А кто залез-то? Так, отсюда я пришел. Так, еще волчара. Так, подожди. Есть. Блять. Ебать, напугал, сука. Вот это пугалово. Вот твой. Где ты, сука? Сука. Сожрала, блядь. А как так, блядь? Как? Да, блядь. Так, беспредельник. Еще один регистратор. Заметка теперь я пойму. Да, инъектор Неро. Мы находимся в секторе 301. Так, жизнь возьму. В пещере Дед Койоти. По иронии судьбы, это радио «Свободный Орегон». Правда. Освобождай. Чего человек хотите? Нет, я не в настроении. Из нас? Да, ну, из исследовательского отдела. А как вирус, ну, перекидывается? В смысле, с одного вида на другой? Да. Мы же видели кошек, собак, птиц, волков. Я не знала, что так бывает. Ты знаешь, что такое занозная нейроинвазивная вирусная инфекция? Нет, без понятия. Возьмем бешенство. Как и этот вирус, бешенство передается через контакт с жидкостью. Слюной, кровью, семенем. Фу, гадость какая. И хотя в основном оно поражает млекопитающих, опыты показали, что также оно может поразить птиц, рептилий, даже насекомых. Ты знаешь, сколько в мире млекопитающих? Много? Да, есть. 5488. Ты что, щенок, блядь? И все они, кошки, кролики, собаки, лошади, лисы, обезьяны, сурки, и да, волки, могут подхватить и распространить вирус. И что это значит? Для нас? Давай, давай, давай. Скорее на мускулатуру этого субъекта. Опухший, да. Вспученный надсуставной бугорок, бугристость лучевой кости. Нормальный волк может развивать скорость 37 миль в час. Да, а этот плохо. И до 60 разгонится. Попутно пережевывая покрышку от мотоцикла. Для нас это означает вот что. Нам надо радоваться, что большинство млекопитающих скоро вымрут. Лучше уж они, чем мы. Все, пошли отсюда. Уж лучше они, чем мы. Не понял. Куда бежать-то? Да что ли? Вот тут проползу. Такое R. Что тут у нас? Ага. Thank you.
козлы, блядь. Ну, слава богу. Как мне... Так, как мне обойти теперь? Я чуть не понял. Здесь, что ли? Не знаю. Кого мне тут искать-то? В этой пещере-то. Ну, я там прополз и... Я кого-то слышал здесь, да? А, это отсюда я прох... Ну, вот так понятно, проползу. А куда дальше-то? Куда не залазит, по-моему, не залазит. Ну и чё? И как? Да я не смогу пролезть. Ой, блядь, я по пещерам этим ещё шарит здесь, блядь. Хер его знает. Какой бить, блядь. А вон какая-то дырка, а? Нет, я пришёл. Откуда я вообще пришёл, мне? Посмотрите. Так, тут я прополз. Не... Еще на дыре, блядь. Пришел я, походу, отсюда, да? Ага, то вот отсюда я пришел. Нет, я не... Да ты... Что ты быстро двигаешься, ты? Еще один трофей. Так, я понимаю, так сюда, наверное. Так, потом хер выйдешь отсюда, мне. Не, подожди. Я здесь прополз. Откуда они прибежали, волки? Отсюда. Я тут их стрелял, по-моему. Нет. Вот здесь протиснусь. Повязка ополченца еще при тебе? Так, память, все, что ли? Да, все. Господи, я вылез-то. О, Мишка. О, черт, шатур. Пицца мне. Да ну как ты у него обойдешь? Где он, кстати? Надо, короче, к бочке пойти. Иди сюда. Ты где? Иди сюда, сука. Куда он свалил-то, блядь? Око задрал. Вот он, блядь. Вверху. А что, мясо нельзя взять? Ну, нельзя мясо забрать. Аптечка полная. Где мой байк-то? Вон он стоит. Так. Могу я переместиться? А еще какой-то лагерь кого-то тут. Ладно, лагерь. Да, могу переместиться. Я только могу. Там заправлю сразу.
как-то вернуться и сдать эту штуку. Алло, ворота кто откроет? Я видела его с капитаном Коури. Пропускай. Капрал, могу я быть полезным? За работу, Фарк. Здорово, сержант. Шевелись. Ты здесь недавно? Есть. Я Руми и Кеда. Дикон. Дикон Сент-Джон. Это ты тут принимаешь трофеи? Да, конечно. Мы рады всем, кто заботится. До свидания, капрал. Давай, да, пока. Мое почтение, кап. Недавно здесь. Я Эва Бергстрём. Друзья называют Берги. Дикон Сент-Джон. Да, я только прибыл. Что ж, Дикон Сент-Джон, займись своим делом, и мы отлично поладим. Спасибо. Идет, идет. Пока, капрал. А, капрал Сент-Джон. Эй. Да, это могу сделать прямо сейчас. Деньги кончаются. Ага. Так, где этот? Счастливо, капрал. Давай, давай, удачи. Да, блядь, как тебя сдать-то? Капитан, я нашел вашего Андерсона. Вы были правы, повязка была при нем. Он мертв? Ну, скажем так. Стая волков добралась до него раньше, чем я. Ну что ж, собаки, собачья смерть. Да, сэр. Спасибо, капрал. До связи. Где? Вот сюда нам надо. Я вот здесь слабо, я не понимаю. Я жду управлять север от чмул-то. Что он идет? Сейчас туда перенесешь. Капрал, чем могу помочь? А ничем. Так, улетели. Так, что такое бензина? Нет, подожди, я лучше пойду на мотоцикле поеду. Дикон Сент-Джон вызывает капитана Коури. Сент-Джон вызывает Коури. Сент-Джон, я только что от полковника. Он перевел тебя в отдел исследований? Отдел исследований? Ну, можно и так это назвать. Я помогаю лейтенанту Уиверу и лейтенанту Уитакеру. Хорошо. Им помощь точно не помешает. Уж не знаю, много ли от меня им помощи. Я ж, по сути, так, на побегушках. Я короче, я потому и вышел на связь. Лейтенант Уитакер сейчас дала мне заказ на дрожжи. Дрожжи? Собак было около секунду. В основном уличные. Мы отправляем патрули за припасами. Хозяева, когда они натыкаются на что-то потенциально полезное, они делают один пометку. Парень, да, вот. Больную Колли. Дрожжи и пекарские ингредиенты красавец. Отмечены на кухне в домике администрации в Крейг-Лейк. Знаешь где? Да, я найду. Удачи, капрал. Конец занят, связи. И мы все же ее взяли. Я так... Лейтенант! Не, эту хрень оставляй за порогом. Не-не-не, нет. Я про армейскую хрень. А, ладно. Ты вроде вот это просил. Ну-ка. Да. Да, отлично. Эй, погоди секунду. На. Полистирол. Да, ну знаешь, пластиковые стаканчики, пакеты там, все такое. Ага, понял. Слушай, кстати... Как прошло-то? Ну, с ведьмой нашей. То есть, лейтенантом Уитакер? Я просил оставить эту хрень за порогом. Вы свободны, капрал? Свободны? Идите. Так, дальше. Нужно что нам? Что-то. Не-а. Не-а. Это что тут такое? Так. Давай сюда сгоняем, потом туда поедем. Наверное.
А у меня что? А я туда не улечу, да? Вернее, я туда уеду. Да заправиться. Верно. Где тут можно заправить байк-то? Здесь я. Оружие. Оружие я у него, по-моему, забрал, купил. Капрал. Ди, у меня к тебе вопрос. Как городской парень с восточного побережья тут оказался? Ну, собственно, я служил с парнем с Лонг-Айленда. Такой акцент ни с чем не спутаешь. Серьезное дело. Я тебе вот что скажу. До того, как все накрылось, у меня был веб-сайт. Нужна пушка есть пушка.ком. Господи. Понятно. Так... Капрал, увидимся. Капрал. Привет, сержант. Пока, сержант. Так, давай заправимся, наверное. Слушай, хочу сказать тебе кое-что. Ну? Я тебя раньше знал. Ну, не лично, но... Я из Фервала, как и ты. Мы с друзьями всегда смотрели на вас, то есть на бешеных псов. Как вы в коже рассекали на байках. Вы казались такими отвязными. А, вот значит как. Да, правда. У меня была куча времени. Мне пришлось бросить учебу. Девушка залетела. Стал искать работу. Понятно. Пока, капрал. Потом договорим, если что. Один и один километр, да, надо проехать до одного задания. Открывай. Капрал Сент-Джон. Уэйд Тейлор вызывает Дикона Сент-Джона. Я слышу шум мотора. Только не говори, что ты поехал за этим наркокурьером. Ладно, ладно. Не скажу. Но так и есть. Тейлор, ты дождешься, что тебя грохнут? Да нет, нет, нет. Короче, я поехал за ними по трассе. По 97-й? Слушай, да ты не волнуйся, это ж был белый день, и погода хорошая. Я ни одного фрика не видел, но я обнаружил группу людей, и они засели на лыжной базе. Ты вот знал, что здесь есть лыжная база? Я не знал. Тейлор. Там кайфовые условия. Если мне надоест тянуть лямку, я тоже туда подамся. О, черт, все, мне пора. Они тормозят у другого лагеря. Ха-ха, конец связи. Это, блядь, Тейлор. Тейлор, вот черт. Этот придурок себя угробит. Чего тут обнаружил? Черт, это самый лагерь. Это у гнезда. Зона заражения. Ну и вонища. Надо сжечь их, чтобы ничего не осталось. База Неро? Еще один участок Неро. Может, в передвижном медпункте что-нибудь найдется. Так, для начала так надо выключить все. Да у вас что, блядь, сколько здесь? Сколько у вас здесь? Так. Само собой. Для того, чтобы тут ничего не орало, надо все открутить. А то запустишь, и они тут сбегутся, бля, все кучей. Где еще один бегает? Так, здесь я. На этой будке одна. На этих две, наверное. Лом. Ладно. Да, здесь еще две дудки, блядь. Помать.
генератор стоит, я вижу. Вот он. В сторону. Еще вот на этой будочке тоже по-любому прям. Тихо-тихо. Тут еще и эти, да? Во-волчары. Так. Так. Сразу ищем этот. Он здесь не залезет, да. Он здесь не залезет. Он здесь не залезет. Не залезет. Так, ломаем, находим. Генератор запускаем, заходим. Так, силы мы, наверное, добавим, да? Запас сил. Потом концентрацию. Если найдем еще. Так, 4. 2, 2, 4. 5, 6, 6 штук, да? Ну давай искать генератор, блядь. По-моему, он здесь вот. Нет. Генератор. Канистра. Все, открыто что ли? Ничего? Не пойму. Нет, закрыто. Нет тока, ну конечно. Хорошо, где генератор? Он на канистру я нашел. Топливо. Канистру я нашел. Где генератор? Тут что ли? Нет? Или да? Что это такое за тряпка? Сейчас зажигание. Этот я бежал. Не понял, где генератор? Так, провода, где? Куда? Так. Блять, попутал что ли ты? Блять, да брось ты это. Да брось ты. Ищи генератор. Не пойму, где он может быть-то. Я бежал, нихера нет. Провода тоже один. Да. И сюда. Другой сюда, сюда. И вниз. Не понял. А внизу генератор что ли? Стол попал, да? Здесь нету. Блядь, где генератор? Не пойму. Зачем так прятать, чтобы потом бегать его, блядь, по 300 и этот искать? Опа. Блядь, пришел сюда что-то. Фрика забрал. Блять, где этот долбанный генератор? Ай, охерею. Вот он. Вот он, блять. Нет топлива. Ну, конечно. Ну, конечно, нет топлива. Забирай. Лом всегда нужен. То, что надо.
То, что доктор прописал, как ты хотел сказать. Порядок. Ура, зеленый свет. Зеленый — это хорошо. Да, зеленый — это хорошо. Ну ладно. Что у нас здесь? Что это такое? Аптечку. Урон максимальный. Да, инъектор Неро. Так, сейчас мы запас сил. Сироп. Уэйди, вот что это такое? Так, здесь, по-моему, все, больше ничего нету. Пойдем в следующий вагончик зайдем. Вон тот. Запас сил-то у тебя много. Да, здесь должен быть. Нет, его нету. Значит, он в твой. Нет, вот он. Еще один микрорегистратор. Да. А что здесь случилось? Бутер, отступать некуда. Некуда бежать, боец. Черт, не подходи к этой... Так, нам... О, там гнездо, короче, проехало я, да? Гнездо, гнездо, гнездо. Так, отраженная зона на реке. Там бланк. Все гнезда. Отсюда не выбраться. Нет выхода. О, нет. Я серьезно. Так, новый навык. Так. Нет, мы хотели я где-то с оружием. Вот тут. А, нет, у меня открылось. Да, вот здесь. Больно. Подкрался. Чумяк сзади, блядь, сразу убил. А, и захват еще. Это дезертирство. Куда бежать? Куда? Боже, помоги! Господи, вот это привержен. Это что за фигня? А почему он не ломается? А, нет, 67. Ломается все-таки. Все-таки ломается там 67. Уйди с дороги! Дополнительная цель. Гнезда зачистить? Где? Тут разве 3 гнезда, что ли? Вернусь попозже. Сожгу оставшиеся гнезда. А, внутри? Назад поедем, целый, короче. Лагерь, бродяг. Это вы меня подстеречь пытались. А это что? Так, лагерь, бродяг. А где тут лагерь? Давай заедем. Блять. Открыть огонь! Надо зачистить лагерь. Жалкий воин убийцы. Никто не должен уйти. Я ворвался, блядь. Ты где? Хотите убивать намадов, да? А как вот такое? Иди нахер отсюда. Давай! Вы слышали? Никто не хочет драться! За ней!
сука. Куда бежишь-то, сволота? Ты... Ты чё там, вообще херили, что ли? У нас потери! Попали! Он меня задел! Да вообще башку отлетело, блин. Так, осталось... Сколько там осталось? Чуть. А, здесь, короче, что-то может быть. Да-да-да. Это люк найти или что там? В одних лагерях. Сколько я помню. Блять, горка идет туда. Охереть, белый барс, блять. А что, нельзя тебе разделать, не? Это все-таки мясо. Еще? Можно, смотри. Давай быстрей. Мясо. Сука. Волчара. Еще и волки прибежали, да? Смотри-ка, блядь. Да-да-да, давай, собирай, собирай, красавчик. Пойдем еще двоих ёбнем. Все, где там эти двое? Все, есть. Что есть-то? Тут тырки, а? Я один остался. Где-то там, где-то внизу я вон он. Это не он. Где ты спрятался? На вышке, что ли? Посмотрим, ну-ка, залезь на вышку. Смотрим вниз. Вот где-то... А, вон он, нет. Беда. Погоди-ка, погоди-ка. Это, которая орёт. Я сейчас ее сверху ёбну. Вот и все. Вот он ты где. Блять, что такое? Все, отбрыкались. Ну что, нравится, когда на вас нападают из-под тишка, а? Ублюдки долбаные. Смотреть бункер. А где Михас? Где вы спрятали свой бункер? Он же у вас точно есть. Ну конечно. Там, наверное, наверху, бля. Или внизу. Это наверх. А, вверх посмотреть. Потом посмотреть внизу. Скорее всего, наверху, наверное, кажется. Хотя хер его знает. Блять, еще волчьи ары идут. Давай бункер искать, блядь. По-моему, где-то он есть у них. Точно, вот. Да,
Так, заберем. Что происходит? Что за фризы? Почему? Да лазь, что? Так, давай, тихоня. Так, ищем. Что тут ищем-то мы? В бункере в окне. Эту карту, наверное. Они тут все подробно разметили. Что у нас тут? Как изготовить? А, отлично. Ух ты. Что надо, ранзона? Ну ничего, я такую штуку надыбал. Карточку открыл, да? Гнездо крикунов. Ранзона, озерную. Надо потом в туннеле, наверное. Где-то ранзона на ранчо Ремью. База Нера. Гнездо крикунов. Да, смотри-ка, сколько я вот здесь, да? Ладно. И буду иметь в виду, если что. Мы-то по сюжетной линии идем хоть. Поспать там, да? Где мотоцикл? Блять, она опять здесь ходит. Охерело, блядь. Ну сейчас набегут. Банши. Ну, заодно и зачистил лагерек. И опять я поехал ночью, блядь, как всегда. Как всегда поехал ночью. А иди в сраку. Нет, гнездо здесь. Фу, я чую гнездо. А я тоже чую. У меня одно тут, блядь. Вот они тут, куча целая. Ладно, остальные сожгу потом, когда вернусь. Тихо. Я что, не могу проехать там? Полковник, это капрал Сент-Джон. Я там, где в последний раз видели лейтенанта Норвуд. Здесь все серьезно укреплено. Вы точно хотите, чтобы я пошел в одиночку? Выполняй приказ, капрал. Конец связи. Есть, сэр! Твою мать! Действительно. Если поубивать их всех там. Сколько патронов-то? 8. Это главное снайпера снять. Эти снайперы видят, вон он. Давайте, уроды, идите сюда.
Вы достали там, стреляйте в меня. Конечно. Лейтенант, вы здесь? Держитесь! Убить! Убить! Я иду! Сейчас, секунду! Ну что, о, как нашли ее, да, нашли. Сент-Джон. Слава богу, я уже отчаялась. Да, а разве мы знакомы? Один хороший друг сказал мне, никогда не отчаивайся. Потерял надежду, и все, считай. Ты труп. Буду иметь это в виду, когда в следующий раз нарвусь на засаду. Ну, вы в порядке? Короче, лагерь зачищен, ваш байк цел. Сможете добраться самостоятельно, а? Да, доберусь. Спасибо, Сент-Джон. Не за что. Все, гоните быстрей. Отличненько. Опять гонять очень слабо, туда, здесь. О, доверие повысили они. Ты посмотри-ка, блядь. Ладно. Так, мне надо сюжет посмотреть. Ух ты, сколько у меня охотников. Ага, вот конец света. Окснера в Коренсим Плута. Я никогда не сдаюсь. Это, короче... Ага, это Сары. А этот где? Где этот, блядь, Неро-то? Здесь я. Это что за Неро? Ну-ка, за припасами для Сары сходить. Вот так вот поедем потихонечку, как раз Неро еще надыбаем. Да, да. Так, просто у меня патронов еще маловато. Почему у них патронов нет? Да, патронов мало, что-то маловато. Не, ну если доберусь до Неро, до лагеря. Ночью, не, ночью какие гнезда, ты чё, блядь? Я бы, конечно же, бы... Но ночью их очень много. И конов. Я днем заеду еще. Хотя вот тут никого нет. Блять. Да садись ты. А, блять. Полковник, докладываю. Было непросто, но я ее вытащил, лейтенанта Норвуд. Молодец, капрал. Я вышлю патруль навстречу. Она сказала, что обратно доберется сама. Я попозже свяжусь с вами, узнаю, как она. Отбой. Так, у меня кончается бензин еще. У меня заканчивается бензин.
Вот оттуда-то я доеду. Да. Через лагерь. А у них может быть тоже бензин, подожди. Я, по-моему, здесь не видел бензин. Здесь может быть тоже бензин. О. Так, да, ладно. Так, пещеру что ли? Что за прокол? Еще маячок. Понял. Где? А, это база Неро. Инъектор Неро. То, что доктор написал. Так, это мы концентрацию сейчас. Да, вот так. Надо собраться. Микрорегистратор. Эй, посмотрим. Ты завтра дежуришь? Забыл график глянуть. А ты? Да, меня сразу на 4 дня подрядили. Так вообще можно? Значит, можно. У нас много работы, а времени мало. Да, я понимаю. Но правда ведь, доктор, они нас как-то плотно запрягают. Недостаточно. Что, вам некогда было поиграть в шашки в своих отдельных бункерах? Я себя чувствую. Это что за... За бортом. Ебать. Так, бензин желтый заканчивается. Ну, в принципе, полковник, здесь... Полковник, прием. Хотел узнать, как там лейтенант Норвуд. Капрал, я только что прочел ее рапорт. В нем говорится, что ты уничтожил целый лагерь номадов в одиночку. Ну, не мог же я ее одну там бросить, сэр. Очень хорошо, капрал. Капитан Гоури. Чую по запаху. Гнездо где-то рядом. Гнездо. Должно быть где-то здесь. Ёбашки, гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. Еще одно. Сейчас эти трое, блядь. Даже дика. Тут еще одно гнездо. Сейчас мы его. Еще одно. Погнали. Так, вот домик администрации. Мне сюда. Теперь найти брошь. Кухня. Не должно быть на кухне. О, черт. Громилы. Конечно, громилы. Не может же все быть так просто. Ой-ой. Да ты чё, блядь? Блядь, три штуки их тут нахуй. Да ты чё, блядь? Thank you.
тебя надо было. Давай. Так, один есть. Второй есть. Ну-ка, Ванечка, иди сюда. Мало боеприпасов. Да я понял, бля, что мало, бля. Теперь надо найти дрожжи. Ты это пиздец, она послала сюда, и знаешь, перегромила. И ранее тут расхерачили всех. Вверху сидят. Это магнит, не понять. Магниты какие-то находят. Блядь, что делаешь? Бежать. Где тут дрожжи-то искать-то? Какая-то кафешка, что ли, еще? А, туда я не смогу залезть, не смогу. Ага. Не так уж трудно. Дрожжи. Действительно, это дрожжи. Труп, что ли? Спрятался такой здесь, лезет. Так, где же дрожжи? Дрожжи где? А что, в другом здании пошли посмотрим? Пошли посмотрим, может быть, в другом. Лом везде только, да? Один лом, да? Я тут же смотрел, тут вроде нихера нет. А второй этаж еще есть. Откуда он здесь? Знаю, не знаю, по волчара. Нету там второго этажа, есть вот. Не пойму, где дрожжи? Здесь что ли? Так, ну он говорил, что дрожжи. Это тут, наверное, значит. Ух ты как. Так, эти на крыше только там ползают. Судя по всему, наверное, здесь. А вот они лежат. Вот они, да. Надеюсь, так, этого хватит. А теперь нам нужно найти бензин. Бензин. У меня бензина нету. Там нету. О, вот это надо забрать. А что-то надо забрать. Потому что... Так, да я не доеду 700 метров без бензина. Потому что мне, ну, и мне еще патронов мало. Так, ну, я думаю, где-то все равно конец должна у меня валяться. Плюс еще байк починить надо. Я здесь оббегаю, может быть, где-то и лежит все-таки. Машина-то есть, а толчок что ли? Разломанный. Блять, канистру дайте. Канистру.
Дай мне тампас. Не, я не доеду, у меня просто бензина ноль. Я его сейчас починю. Дымится, по-моему. Так, надо сделать еще вот это вот. Печки. Аптечки, аптечки хватает, да? И надо... Бутылку. Дальше что? А, ничего ужасного. Конечно. Продержится. Подожди. Сделал. Лекарство 5. Что там создал? Пластырь. А, вот ты-то сделал. Кастура. Так, бензин у меня 7%. Не, тут я не доеду, это точно. Значит, надо где-то надыбать бензин. Чувство, что здесь бензина нет. Такое чувство у меня, вот честно. Так, растения какие-то здесь. Хотя, может быть, и что-то где-то и валяется. Вот пикник, ну где канистра? Так, канистр нет, да? Кто быстро, смотри-ка. Секунд быстро бегает. Максимально стал 10, да? Эти ребята. Вот же канистрочки валяли. Почему бы это сумки? Да я не доеду, блин, у меня нету. Бензина мало. Да, да, да. Так. Ну это какой-то. Я, может быть, доеду недалеко. Конечно, блин, недалеко. Так, Нера, тут я был, да? Да. Одный лагерь. Я же зачистил. Нерой. Нерой, тут Нера был. Тут гнезд целая куча, то смотри-ка. Еще один засадный лагерь. А, здесь карту потом откроем. Здесь и здесь. Да. Не, пацаны, я, наверное, и девчонки, я не доеду, скорее всего. 7%. Придется пешком. Джон вызывает лейтенанта Уитакер. Разрешите доложить. Дикон, капрал Сент-Джон, да. Я... Добыл припасы, указанные в заявке. Дрожжи, их осталось так, мало. А, думаю, хватит. Много не требуется. Потихо, а просто, ну, из интереса. Зачем нужны... Я сейчас очень занята, прошу прощения. Это мы потом обсудим. Конец связи. Ладно. В принципе, без бензина помочь. Докатился. Кати, кати, кати его, Дико. Давай, с горки. Кого-нибудь там. Это что за фигня? Так, здесь придется пешком, потому что кончился. И раунд тут их замочил. Блин, ну, открывайте уже! Блин, блинский, бежать так долго. Сейчас заправим.
Марш, марш, марш! Шевели задницей! Думаешь, так удрать от фриков? Да ни хрена! Давай, поднажми! Иду, сержант! Так, наверх туда или... Хер его знает, куда надо идти. Так, добежали, блядь. Да чтоб тебе. Мэм? Слушай, перестань, пожалуйста. Не понял? Я знаю, что все это странно, но ничего не могу поделать. Ну, я живу в казарме бок о бок с кучей какого-то местного отребья, а у моей жены своя офицерская палатка. Не вижу ничего странного. Дик. Она со мной встречается только, чтобы дать очередное поручение. Тоже ничего странного, мэм. Дрожжи, спасибо. А вы хотите что-то испечь? Если нужна духовка, нет, могу достать. Нет, они нужны для создания вирусных белков, которые запускают синтез антител. Но, конечно же, это был сарказм. Хлеб, вирусные белки, мне без разницы. Стой, минуту. Вот. Спасибо. Вы уже говорили. За то, что остался. Да, мам. Так. Пойдем-ка мы заправим мотоцикл, блин, для начала. Хотя... Ну что, палатка моя? Нет, не моя. Нет, моя, вот она. Давай, припасы. Эй, Капрал, как жизнь? Да херово. Привет, сержант. Вот, оп, другое дело. Вот, прошу. О, транжира. Транжира, сам транжира. Нет, нет, вон там оставь. Спасибо. Капрал Сен-Джон. Это доктор Хименес. Сен-Джон? Я на связи, док. Чем могу помочь? О, Сен-Джон, хорошо. Заскочи ко мне в лазарет. А что-то случилось? Вам что-то нужно? Нет, нет, ничего такого. Хочу осмотреть твою руку. Руку? С рукой все в порядке, док. Такой ожог от печки. Это тебе не шутки. Хочешь инфекцию подхватить? Зайди на осмотр, это приказ. Ладно, сейчас зайдем. Ладно, док, как скажете. Конец связи. Ну, ребятки, на этом закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нажми колокольчик, чтобы не пропускать нового видео. Ссылка на видео будет в описании, на плейлист. Всем удачи и пока-пока.